мы абсолютно не сомневаемся, что будет очень большое количество поддерживать нашего кандидата в президенты. Наш президент самый лучший в мире, самый мужественный человек, поэтому я думаю, что все тюменцы пойдут в поддержку, подписывать за нашего кандидата. Буквально недавно Тюменская область открылся филиал президентства фонда культурных инициатив. Это тоже место, куда ты можешь прийти для того, чтобы твою, кажется, самую безумную идею превратили в реальный проект, помогли ей превратиться. Штаб, в котором мы сейчас находимся, и каждый день находит огромное количество людей, и которые сюда приходят не для того, чтобы просто свободно провести время, хотя эта функция тоже есть, для того, чтобы реализовать задуманное, научиться чему-то. Мы учим волонтеров, как правильно собирать, заполнять подписной лист. И в первую очередь, конечно же, они должны попросить у человека паспорт, чтобы сверить его личность, паспорт и его личность. Да? Далее, обязательно мы учим волонтеров, чтобы они обратили внимание, что фамилия, имя, отчество и подпись, человек, предоставляющий подпись, оставляет сам. Все остальное у нас заполняется волонтером. Обязательно необходимо учитывать тот нюанс, что у нас в одну строчку должны попасть все данные. То есть если человек пишет размашисто, да, мы заранее его просим, предупреждаем и просим, чтобы он уложился исключительно в свою строку. Сбор подписей стартует у нас завтра, 23 декабря.